Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Первичный теплый сектор циклона со снегопадами уходит на восток, за Енисей, а вторичный только формируется на Южном Урале. А на юг-западной Сибири ненадолго выдвинется гребень казахстанского антициклона. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 5 марта мокрый снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 12-17 метров в секунду. В темное время суток ожидается минус 6,8, в дневные часы столбик термометра покажет 0-2 градуса. В последующие дни осадки в виде мокрого снега, метель. 6 марта ночная температура составит минус 5-7 градусов, дневные часы ожидается 1,3 ниже 0. 7 марта теплая погода сохранится. Ночью минус 6-8 градусов, в дневное время 0-2. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!